Ребята, всем привет, вы находитесь на канале Сад, Огород и прочее. Меня зовут Валерий. Ну, в Германии, как и во многих странах, государство платит на детей деньги. Не все, конечно, наверное, знают, сколько платят. И совсем, наверное, мало людей знает или вообще не знает, когда вообще начали платить и поскольку начали платить. И сколько будут платить со следующего 1 января 2021 года. Ну, в Германии, независимо от дохода, всем детям до 18 лет выплачиваются детские деньги. Также выплачивается детям до 21 года, если они стоят на бирже труда и нигде не работают, получают также детские деньги. Также получают детские деньги и постарше дети до 25 лет, если они находятся на учебе где-то в институте или же профессию какую-нибудь учат, или вместо армии отрабатывает где-то что-то там, в больнице или еще что-то. Также могут платить некоторым детям, которые больше 25 лет, у которых отклонение со здоровьем в виде исключения. В Германии начали выплачивать еще до войны, начали детские деньги выплачивать. Еще первоначальное пособие на ребенка было проведено под названием «Пособие на ребенка». Однако в то время выплаты детских получали только семьи, обозначенные как арийцы. Многодетные семьи сначала начали получать с сентября 1935 года единовременное пособие, а с апреля 36-го ежемесячная выплата. Однако в то время это пособие на ребенка выплачивалось только семьям, которые зарабатывали меньше 185 рейхсмарок в месяц. Кроме того, оплата действовала только с пятого ребенка, чтобы компенсировать расходы родителей. С 1938 года эта выплата производилась от третьего ребенка. Начиная с 1954 года, ежемесячное пособие на ребенка в размере 25 немецких марок с третьего ребенка выплачивается за счет взносов работодателей, фонды компенсации семьям. С 1961 года пособие на ребенка финансировалось федеральным правительством. Кроме того, семьи получали пособие на ребенка в размере 25 немецких марок не только на третьего, но уже и на второго ребенка. Однако были исключения. Семьи с годовым доходом более 7200 немецких марок и государственные служащие не получали выплаты. В 1970 году предел дохода был повышен, и пособие на ребенка не получали только те, кто зарабатывал более 13200 марок в год. С 1975 года также выплачивается детское пособие на первого ребенка уже. Однако семья, которая уже получает семейное пособие благодаря работе на государственной службе, исключается из ежемесячной выплаты. С 2012 года собственные доходы и пособия взрослого ребенка больше не могут приводить к потере пособия ребенка. Это значит, что сколько человек там зарабатывал, уже было неважно. Пособие все равно выплачивались в любом случае. Точные суммы пособия для ребенка начали меняться почти каждый год. Например, в 2018 году, вот позапрошлом году, было 194 евро на первого ребенка, 194 на второго, 200 на третьего, 225 на четвертого, и далее на пятого, шестого, седьмого, дальше все по 225 евро получали. Но сейчас я вам покажу примерно с 1975 года, есть хорошая таблица, сколько семьи выплачивали. И посмотрим, что они тут получали. Тут есть вот такая табличка с 1 января 75 до 31-77, 50 марок в месяц. На первого ребенка 50, на второго 70, на третьего 120 и далее на каждого последующего по 120. 78 год. За год изменили, на первого так осталось 50, а тут изменили на 80, 150 и 150 и далее. Ну и тут дальше мы видим, что на первого практически не менялось до 91 года. 50 так и оставалось. Ну а на второго тут варьировалось. 120 уже пошло, 100 опять унизили почему-то. Еще раз унизили 70. И потом пошло с 91 130. Ну и тут 220 на второго и на последующих по 240. Ну и тут начали повышаться с 92 до 95, вот 3 года подряд. По 75, по 70 марок на первого, на второго 130, потом почему-то 70 сделали. Тут 133, 4, 240, ну и так далее, вот как вы видите тут. 97, 220, 99, 250, 1, 2000, 270, 2002, 154 на 1, 2, 154, 3, 154, 4, 179 и на каждый последующий 179 тоже.
210-й уже 184 тут стало, 190, 215. И последний, посмотрим уже тут наши дни, 2006 год, к примеру, возьмем, 154, тут несколько лет не менялось, 5, 6, так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лет не менялось, до 2008 так оставалось 154, 179. Ну и потом опять поменяли, год продержалось на 10 евро больше. Потом через год на 20 евро стали больше платить. Потом через 5-6 лет прошло, изменили на 4 евро больше. Ну и тут последние годы, 17-190, 18-192, 19. Ну и тут мы видим, что тут сколько в Германии детей, это 17 миллионов. Это цифры были на 1 июля 2019 года. Ну а тут с правой стороны мы видим сумму, сколько на одного ребенка выплачивает каждый месяц государство, 204 евро. На следующего тоже 204 евро, это два раза по 204, здесь 408 евро вместе. На третьего выплачивается 210, на четвертого 235. Получается сумма, если вы четверо детей имеете, вот эта сумма вся складывается, ну и получается тут 800 с лишним евро каждый месяц получает. Ну тут вот колоночка, тут видно, если двое детей 408, трое детей 618 в месяц, четверо 853, ну и пятеро 1088 евро. Сумма большая, кажется, на первый взгляд, но в то же время в Германии тут вещи для детей очень дорогие, даже для годовалых детей, обувь там 20, 30, 40, 50 евро стоит. Ну и так одежда тоже. В общем, это все дорогое удовольствие, да, и тут неохотно рожают в Германии, поэтому цены вроде бы на первый взгляд казались бы высокими, что выплачивают, но в то же время детей не очень-то хотят, потому что это очень проблематично. С садиками здесь не так все хорошо. Потом школа, все это дело, это надо постоянно кому-то на полставки работать, если дети дома у вас. Или вообще одному человеку не работать. Но с 1 января 2021 года опять ожидается повышение. На детей будет добавка. Если вот на 1 июля 2019 у нас на одного ребенка было 204, то с 1 января 2021 года будет 219 евро на одного ребенка. На второго тоже 219, было 204 тоже. На третьего было 210, поднимают до 225 евро. И каждый следующий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, независимо, было 235 на последующего, будет 250 евро. В этот раз они немножко больше подняли, чем обычно, потому что до 30 июня 2019, видите, 194 было евро, а потом подняли на 10. Тут везде на 10, на 10, на 10. Здесь подняли теперь немножко больше, на 15, на 15, на 15. И здесь тоже на 15. На 15 евро каждого человека. Но это суммы не очень большие поднимаются, в зависимости от того, что мы видим в магазинах, что делается, как все дорожает. Буквально не по дням, а по часам все. Так что эти тут незначительные повышения, они сильно роли очень не играют. Жизнь становится все дороже и дороже. Детские деньги выплачивают абсолютно всем фамилиям, независимо, какой у них доход. Или доход средний, минимальный, или максимальный, или хотя, или даже если у него доход миллион каждый месяц, все равно вот эти детские деньги в обязательном порядке абсолютно всем выплачиваются, не учитывая этого дохода. Так, казалось бы, ребята потихонечку деньги добавляют каждый год все больше и больше, но они не успевают за ценами. В магазинах цены растут намного быстрее. И эти 5 евро или 10 или 15, что они в год добавляют на этого ребенка, это практически мизер. Ну вот, ребята, я вам показал примерно, как тут выплачивают деньги, как они нарастают. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи!